ну все, так я знаю, я уже поняла. Ну все, тогда давай. Иди спать. Спокойной ночи. Все, давай, иди спать там в натуре. Не, ребят, я только с русскими буду сидеть на трансляции. Потому что не русских, я не понимаю. Типа, они что-то балаболят, балаболят. Я их не понимаю, серьезно. Еще у них связь хреновая. Не знаю, почему так работает, как это вообще. Вот, прямую, получается, трансляцию только от русского. Давай, иди уже спать. Хорошо, хорошо. Что тебе объяснить опять надо? Я вроде все русским языком говорю, не на английском. Я уж точно не на французском. Блять, чел, если ты начнешь писать всякую хуйню, я тебя заблокую, серьезно. Я тебя возьму и заблокую. Я надеюсь. И думаю, что ты этого не хочешь, поэтому просто помолчи. Привет. Я, да, новенькая. Блин. Ну, я сегодня скачала. Где-то в час ночи у меня уже скоро будет 7 утра. Вот. И вот сижу тут. Спасибо, что подписал. Телефон разрядился. Что за херня, серьезно? Девочки, вы снова падаете. Как обычно, как всегда. Ребят, спасибо за подарки. Спасибо большое, серьезно.
Привет. Если так подумать, то предыдущий большой альбом певица выпускала 3 года назад. Но, отдадим должное, регулярно баловала нас хитишками и синглами. На этот раз фэнов ожидала явно что-то новенькое. Часть треков были засвечены до выхода альбома. Некоторые из них... Блядь, спина уже затекла, серьезно. Алло, привет. Привет. Как дела? Нормально, у тебя как? Лучше. Чего не спим? Да так, бессонница мучает. Уже вторую неделю, кстати. Ты откуда? Екатеринбург. ЕКБ? Да. Угу, ясно. А ты? С Москвы. Что-то уже 3 часа. Что, ты одна? Ну, как одна? В другой комнате мама спит. Тебе сколько лет? Мне 15, я в 9 классе. Блин, я думал, тебе побольше. Но я бы дал бы так чисто. Я знаю, все думают, что мне побольше. А тебе сколько? 18 максимально тянешь. Спасибо, что старите мне. А тебе сколько? Мне 19. 19. По 24, по 23, типа, и нормально. 33? Нет, по 23, по 24. Это нормально. Кстати, у меня очень много таких друзей, поэтому 19 для меня это еще норма. Как ты вообще в Инстаграме сидишь? Да, сижу и ВКонтакте, и в Инстаграме. Да? Но все-таки в большинстве вот я сижу в ВКонтакте, а не в Инстаграме. Но я наоборот. А, понятно. Последние 2 дня ВК. Давай, вот ты же не подписался, да? Я же не знаю, как ты записан. Так ты же не подписался, давай просто в конце трансляции я тебе напишу свой ник. А, здесь, да? Да, я тебе напишу потом, сама. Ну все тогда, договорились. Да, договор был. Давай, не забудь тогда, как тебя Вика звать? Да. Очень приятно, Саня. Хорошо, Саня. Да, давай, ты же так много куришь. Парю, не курю. Что? Я парю, а не курю. Ну, какая разница? Тем более, тут всего лишь 35 МГ, это слишком мало. Мне нравится парить, хочу и парю, как бы, это мое дело. Да, занимайся. Ладно, ты уже как-то у тебя эфир лагает еще. Лагает? Ну. Да, местами бывает. Ну, это интернет чуть значит лагает. Наверное, да. Ладно, если что, напишешь туда мне. Ну все, давай тогда. Давай.